Дорогие зрители, у меня новый фильм. Ну конечно, рыбал. Я отправляюсь дальше в путь на наше место. Сегодня я собрался, несмотря на погоду, ночевать. Пузырьки пошли из камеры. Пропускаем. Все, попер я. Взглянув вокруг, можно убедиться, насколько за каких-то 6 дней все стало зеленым. Таким ярким, хотя травка еще маленькая, но листочки выскочили. Вода упала, начинается дождь. Через 8 минут после прибытия на место имею я вот такой вот симпатичный костер. Ну, кроме того, что с удовольствием наблюдаю, вода прозрачная. Вода великолепная. Ну, она была, хотя не настолько мало, как хотелось бы. Ну, достаточно, чтобы уже активно. Вечера закончен сбор тяга, короче, все готово. Салют. Человек пошел на работу, а я остаюсь. Ловить рыбу большую, маленькую, но лучше большую. Разбились на скоряк лагерек. Навесик, дождь хлестает. Но это как всегда. Признаки хорошей рыбалки, что она начинается вот такой вот не очень хорошей погоды. Но есть вон запас дров. Вполне себе достаточно. Есть чем заниматься. Ну и соответственно, сейчас надо поужинать, не спеша попить чай, Насте приготовить. Там видно, может шатров напилить, пока сумерки. Весь кайф текущего момента в том, что нет комаров. Хотя кое-какая мухотня тут летает, но это все фигня. Потому что мухотня это приходящий. Ну, вот пью чаек, оладушки, хлебушек тут у меня. Девайс, который я сделал на испытаниях. В общем, мяско на тот случай, если
сейчас ночью рыбачить. Сейчас наряжу блесенки. Вот. Воблерочки. Наверное, даже воблерочек. И попробую ночью поискать рыбу, которая может быть, она выйдет все-таки наконец-то. Изволит меня порадовать. Вот он, ожидаемый мистический туман, в который погрузилось все. Вот оно. Струится. Вот она, река течет. Водовороты крутит. Ну, насколько я могу, я фокусирую, конечно. Добавляю свету. Камера, видимо, слабовата, потому что вот телефон, допустим, удачно снимает. Вот мой костер. И вот я в этом мистическом тумане иду. Вот, если его можно увидеть. Иду на яму. Попробую там зацепить. Недалеко, тут метров 70. Хороший поворотик, вот несколько коряк нам будет. Вот он какой. Ровно полночь. Сижу у костра. Не могу нос высунуть. Только выхожу от костра, начинает лить дождь. Куртка уже промокла, ну как. Пообшаривал яму рядом. Но, честно говоря, что-то никак. Все мокрое. Вот так вот. На положении, блин. Вон он. Видно, как он прям падает. Он на фоне фонарика морок. Странный туман. Такие вот чуды природы магические на Дальнем Востоке. Раннее утро, 5 утра, хрен в шоколаде, а у меня вот такой воблер. Лупоглазик. Очень острые крючки. Вот я уже поймал. Бивачок. Ночью по мне бегала то ли крыса, то ли бурундук. Не успел увидеть. Нагло так прибежал. Начал шариться по ногам. И снова. Я на него прикрикнул, он свалил. Тут у меня жарится мясо. Вполне себе. Ну и так далее ведь. Ночью здесь покидал, но туман не давал дождь выйти. Сейчас вроде так подсохло. По ямам в том направлении. К сожалению, в этой охренительной просто яме вода большая, вот моментально уносит.
Она не успевает занырнуть даже. 3 секунды воблер выходит. То есть, может, нет ничего. Такие вот дела, короче, друг. Пойдем дальше в джунгли. Пробираюсь сквозь клещевые ебеня. Кустарки. Вылезу, буду осматриваться от клещей. Может, поменьше, а вот там вот и лес. Хотя трудно сказать, где поменьше, где побольше. Могут быть везде. Приходили здесь, было все прекрасно видно. Сейчас листва и уже все. Ориентация теряется. Ну, размечено кое-что. Ориентиры кое-какие на глаз поставлены, как помните. Хотя этот фильм еще не смонтировал. О, малинка растет. Колючая зараза. Когда снег лежал еще, материал лежит, ну как бы. Ориентиры тут есть. Да, речка, проточка течет, еще вода большая. Вот красный кирпич. Один из ориентиров. Вроде погода относительно налаживается. Голубое небо появляется. Вчера вечером такой был позитив. Так, и что? На елку. Вот я вышел. Ну, перебраться на ту сторону будет здесь, который самый коронный места. Буду пробовать поймать. Пока останавливаюсь. Вот уже место наше. Выглянуло солнце. Наконец, первый раз по-нормальному.
воблер на колебло. Кроме птичек, вон птички летают. Оно вырастет, просто вообще не пройдет. Не видно будет ни ориентира, ни фига. Вот. Яма здоровая, но сюда кидать бесполезно. Вот куча коряк. Зимой было легче ходить. Не зимой, а в апреле. Такой пока вот долбанный барабан вот обошел вот этот вот поворот глубокий очень. Нифига. Дальше идем. О, уже выскочили за неделю. Через две недели будет вообще по пояс не меньше. Вот этот вот сорнячок. Ядовитый к тому же. Рыбы нет. Заломы есть, ямы есть, а рыбы нет. Последний залом, который интересен. Вон тот огромный вековой. И можно на базу возвращаться. Если на нем нет ничего, значит совсем все печально. Но оно и так видно, что печально. Скорее всего, вода загажена. Судя по песочку. Сейчас я вброс буду переходить. Попробуем. Да, могу и не проперейти. А, ну нет, нормально. Притык. Чуть-чуть бы и набрал. Переливалок. Вот подбираюсь я к залому. И вот, казалось бы, глубоко, а рыбы нет даже здесь. На стремнине. Вот к этому вековому, вон прыгает бревно. Да, напор сумасшедший. Вон там вот. Это на удочку надо там. С того берега. А на него пока невозможно перебраться. Большая вода. Сейчас сюда покидаю. И все. Продолжаю пробираться по джунглям уже в обратном направлении. Полный барабан. В шикарных местах, в которых должна быть рыба, ничего нет. Но вот здесь вот идеальное место, но я даже кидать не буду.
потому что, ну, нет ни хрена. Не наблюдаю даже ничего. Мелочевки всякие вот. Здесь она должна стоять, нет ее. То есть это говорит о том, что что-то не в порядке с речкой. Вот под корнями может быть речка чем-то загажена. Никаких намеков. Дал залом, в заломе ничего нет. Может, конечно, дружно все рыбы не резвятся, но так не бывает, да. Появилось. Ух ты! Как она мне столбанула осколком глаз, а? Хотел закрыть. Вот коварство, да. Пилу надо. Ударила по брови и по носу. Ну обидно, обидно, обидно. Глупость. Можно было ожидать получить такой двойной удар. В общем, одни ушибы, травмы сегодня ни хрена. Никакого морального удовлетворения. Пару раз блесну сюда и все. Амба. Пью чай, вернувшись, полежал и тут выражает свое неудовольствие или он, или она своими воплями. Вот сейчас пойду его снимать. Попробую вправить ему мозги. Так, вот между теми двумя деревьями голова была. Души раздирающие, вопли такие. Ну, видимо, вот тут он хотел порыбать, а я ему мешаю. И он забрался и пытается страшить, что ли, дикими воплями. Гоню. Вот. Фазан. Птичка, бля, певчая. Вон он полетит. Вот такими дикими воплями. А я думал, цапля. Ну ладно. Это мне напоминает мультик про Барона Мюнхгаузена. Ой, птичка. То же самое. Абсолютно. Сейчас, когда я пошел обратно, стартанул еще один фазан. Вот прямо отсюда вот. Такие у них песни. Дикие.
Поехал на рыбалку, надо было. Днепруха. Днепруха. Надо нам разбудить, да. Бестолково хожу, брожу. Ну вот возникла мысль проверить наличие отсутствия рыбы. Еще одна ямка для исследования. Сейчас попробую в нее аккуратно.